22 августа наша страна отмечает День государственного флага, одного из главных символов России. Этот праздник отмечается с 1994 года. Белый цвет на Руси традиционно символизировал чистоту, синий – верность, красный – мужество. В этот праздничный день желаю всем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и мира в каждом доме нашей великой и могущественной державы. Пусть над нашей отчизной свободно развивается триколор. Россия процветает и преображается. С праздником вас! По доброй традиции, в день государственного флага в Северском районе принято вручать первые паспорта гражданина Российской Федерации. Долгожданный документ ребята получили лично из рук главы муниципалитета. Также со сцены летнего кинотеатра чествовали работников культуры, принявших активное участие в организации краевой детской фольклорной экспедиции «Кубань-Мастеровая», прошедшей в июле этого года. Подарком для всех присутствующих стал концерт от лучших творческих коллективов Северского района. Праздничные мероприятия продолжились в парке. Здесь каждый желающий мог присоединиться к танцевальному флешмобу. В этот день не забыли и о самых маленьких. На танцевальной площадке работники Северского дома культуры провели для детей развлекательную программу с викторинами, посвященными празднику. Обсудить определенные промежуточные результаты деятельности администрации Михайловского сельского поселения собрались жители и представители районной власти. В местном доме культуры, где проходила встреча, глава поселения Елена Клименченко рассказала о проделанной работе за первое полугодие текущего года. Одной из приоритетных задач Елена Клименченко отметила благоустройство и санитарное состояние подведомственных территорий. Выполняется ямочный ремонт и грейдирование дорог в селе Михайловском и хуторе Ананевском, проводит реконструкцию уличного освещения, проложена новая водопроводная сеть. Бюджет поселения чуть больше 3 миллионов. Это, конечно, к сожалению, очень мало. Но вместе с тем, вот приезжая сюда, мы видим, сколько все равно, несмотря на эту сдержанность внутреннего бюджета поселенческого, сколько здесь делается. Жители, в свою очередь, выразили слова благодарности главе поселения за совместную работу. Хочу выразить от улицы Молодежной, все-таки, Елена Зимовна, большое вам спасибо за электричество, которое мы провели, которое вы там наладили. И мы все-таки надеемся, что мы еще будем с вами сотрудничать по поводу все-таки детской площадки. Да, у нас еще есть планы на будущий год. В целом, встреча в селе Михайловском прошла активно. Сельчане обратились к представителям власти с другими житейскими вопросами. По некоторым из них решение приняли сразу. В завершение встречи первый заместитель главы Марина Наумейко еще раз напомнила собравшимся о необходимости соблюдать меры безопасности при сложившейся пожароопасной ситуации в районе. Еще об очень важной проблеме сегодня Елена Семеновна говорила, о тех пожарах, которые у нас происходят. И сегодня, конечно, очень много зависит от жителей, от той сортной растительности, которая, возможно, вблизи придворовых участков. Поэтому обращайте, пожалуйста, вот вижу, квартальные здесь присутствуют, проговаривайте с жителями, чтобы сегодня настолько засушливое лето, да, что и в скором будущем не наступит дождливая погода. Все, что сделано хорошего в поселении, сделано благодаря совместной работе власти и жителей. Многое получилось, но многое еще предстоит сделать. Уходили жители с надеждой на то, что жизнь в поселении будет только лучше. Планерное совещание, посвященное обеспечению правопорядка в канун проведения Дня знаний и выборов глав Черноморского городского и Михайловского сельского поселения, провел глава района Адам Джари. Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Василий Беренский доложил о порядке заблаговременной проверки учебных заведений и мест проведения голосования кинологами. Личный состав отдела МВД обеспечит ручными металлодетекторами. К охране общественного порядка привлечены казачьи и добровольные народные дружины. В День знаний задействуют 94 сотрудника отдела МВД, 54 представителя казачества и 30 сотрудников частных охранных предприятий. Особое внимание уделено организации дорожного движения. Сотрудники ГИБДД проводят профилактические мероприятия, нацеленные на снижение детского дорожно-транспортного травматизма. А с 1 сентября экипажи ДПС каждое утро будут дежурить вблизи школ. На постоянном контроле у госавтоинспекции и школьной перевозки автобусами. Перед началом нового учебного года совместно с представителями прокуратуры проведена проверка готовности школьных автобусов к перевозке учащихся. Еще один особо важный актуальный вопрос – пожароопасная ситуация. По данным статистики отделения надзорной деятельности Северского района, на территории муниципалитета участились случаи возгорания сухой растительности. Так, за период с января по 20 августа 2018 года произошло 263 загорания, из них на открытой территории 168. За аналогичный период прошлого года прошло 130, из них на открытой территории 118.
Глава района отметил, что данная статистика показывает, что в некоторых поселениях ненадлежащим образом выполняются требования первичных мер пожарной безопасности. Задача поселений – содержать гидранты в исправном состоянии постоянно. Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года. Нельзя не упомянуть и о том, что жители обязаны иметь в домовладении первичные средства тушения пожаров. Своевременное же сообщение и оповещение о пожаре – это залог его успешной ликвидации. Для этих целей организованы круглосуточные номера телефонов в пожарной части 01 и 101 сотового и в ЕДДС 254-20 и 246-40. В ходе заседания также рассмотрели вопросы функционирования всех служб и предприятий района, обеспечивающих жизнедеятельность населения. Проанализированы результаты задолженности по арендной плате за землю, замены сетей водоснабжения и техническом и санитарном состоянии дворовых площадок. Жители Северского района стали чаще подавать на развод. Об этом сообщили в районном отделении ЗАГСа. За полгода количество граждан, решивших официально расторгнуть отношения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросло. Так, в районе уже зарегистрировано 339 разводов. В прошлом году за этот же период – 317. А вот число свадеб, напротив, уменьшилось. За первое полугодие пока 399 пар решились на серьезный шаг. За аналогичный период прошлого года – 490. Кризис в свадебной индустрии можно отметить несколькими причинами. Так, средний возраст вступления в брак у девушек 25 лет. Начинает выходить замуж поколение, рожденное в 1993-2001 годах. Именно на этот период приходится максимальный спад рождаемости с пиком в 1999 году. Молодежи 20-30 лет стало меньше по сравнению с предыдущими десятилетиями. Увеличились и затраты на свадьбу, и не все желают тратиться на торжественную церемонию и банкет. Не исключают в отделении ЗАГС и такую причину, как нежелание сыграть свадьбу в летний жаркий период. Срок проведения торжественных церемоний сдвигается на более прохладное время года, и в ЗАГСе уверены, что тенденция заключения брака повысится. На конец августа, начало сентября уже планируется 25 регистраций. Северский район посетил депутат Законодательного собрания Краснодарского края Батырби Тутаришев. Цель визита – парламентария – обсуждение имеющихся проблем с жителями муниципалитета. В стенах Северской поселенческой администрации рассматривались такие вопросы, как переселение из ветхого и аварийного жилья, получение социальной и медицинской помощи, ремонт Дома культуры, поселка Черноморского и другие. На встрече присутствовали глава района Адам Джарим и глава Северского сельского поселения Игорь Крикун. Они давали разъяснения по возникшим вопросам. Все обращения граждан были поставлены на контроль для их последующего решения.